Анатолий Бугаков, Евгений Бакланов, Анна Попова, Александр Чернов, Владимир Филатов и Николай Павлов. Работы именно этих художников сегодня могут оценить солнечногорцы. Помимо любви к живописи, представленных художников объединяет дружба. Но и это не все. Еще одна точка соприкосновения – Московский полиграфический институт, который все они в свои годы закончили. Вся школа, все идеи, которые мы впитали, вот мы стараемся воплотить в своих произведениях. Каждый по-разному, каждый не похож, но тем не менее мы как бы основа это наш вот полиграфический институт, и мы стараемся как бы все свои знания полученные воплотить, каждый по-своему реализовать. Кто-то из этих художников воплощает в жизнь зарисовки из своих путешествий, кто-то обнаженные тела, кто-то любит сочные и необычные краски. Все они разные, со своим особым взглядом на окружающий их мир. К примеру, Николай Павлов говорит, что не гоняется за пафосными темами, любит изображать именно то, что рядом. То, что вижу, то пересмысливаю, перерабатываю. Стараюсь донести как-то неожиданно. Вот, наверное, этим отличается мое творчество. Познакомиться с творчеством представленных художников солнечногорцы могут до 14 апреля. Именно до этого времени в Путевом дворце будет работать выставка «Наше искусство».